Сегодня я, конечно же, поздравляю всех тех, кто любит носить украшения, кто, возможно, их коллекционирует, ну и тех, кто непосредственно имеет отношение к производству ювелирных изделий, либо к их продаже. С праздником вас! 31 января вот такой вот день был выбран в качестве дня международного, между прочим, дня ювелира. Ну и в честь этого праздника мы решили сделать вам подарок, конечно же. А как иначе, ведь это самая драгоценная рубрика на канале Shop&Show. Долго думали с продюсером, решали, какое именно предложение сегодня вас особенно порадует. И решили, раз это международный день ювелира, то и наше украшение тоже должно быть абсолютно универсальным, ну, практически международным, чтобы его могли носить и мужчины, и женщины, и взрослые, и юноши, и девушки, чтобы оно могло понравиться человеку с абсолютно, людям с абсолютно разными ювелирными вкусами. Именно поэтому с удовольствием презентую вашему вниманию наше специальное предложение. Это цепь «Тройной ромб», по цене которой актуальна только в течение суток, 999 рублей за самую короткую версию. У нас для вас такой потрясающий выбор длин, что, честное слово, любой ювелирный бутик нам бы позавидовал. От 35 до 70 сантиметров вот такой размерный ряд. Это при том, что 35 сантиметров это фантастически редкая длина, которая встречается, ну, действительно, очень-очень нечасто на прилавках магазинов. Что касается длины 70 сантиметров, то это тоже одна из раритетных длин. Я обязательно расскажу вам, как подобрать свою длину, как ваш личный ювелирный стилист, я вам подскажу, но для начала я хочу рассказать о самом плетении. Это ромб. Ромб плетение очень хорошо знакомое тем, кто любит носить цепи. Ромб плетение, которое действительно является классическим и универсальным, и подходит и мужчинам, и женщинам, и подросткам, и взрослым людям. Дело в том, что такое плетение можно и нужно сочетать с абсолютно любой подвеской, либо носить как самостоятельное украшение. Вот у меня, кстати, тут замечательная подвеска, вы видите, с золотой птичкой. Золотая птичка, так называется эта подвеска. Она у нас тоже в эфире появится, обязательно смотрите рубрику «Украшения» сегодня. Почему ромб именно тройной? Дело в том, что чем пышнее плетение, тем объемнее оно смотрится, тем дороже кажется цепь. Вот именно такое тройное плетение мы для вас выбрали. Это действительно роскошь в чистом виде, тем более, что у нас еще цепь и с алмазными гранями. Посмотрите на этот перелив, она ослепляет всех окружающих. И, кстати, что мне особенно нравится, что вот на этот, несмотря на этот тройной объем, цепь не смотрится перегруженно, она не утяжеляет ваш образ, все связано с ее шириной. Здесь порядка 3,5 миллиметров, ну где-то 4 миллиметра ширина звена. Это очень хорошая ширина, она недостаточно широкая, чтобы не подходить женщинам, то есть она хорошо смотрится и на женской груди, и при этом она достаточно заметна, чтобы подходить и мужчинам. Ну а теперь, как я говорила, как и обещала, давайте с вами решим, какая же длина нужна именно вам. От 35 до 70 сантиметров есть выбор, какую же подобрать. Если вы делаете подарок, допустим, своему крестнику, или своей дочке, или своей внучке, или своей племяннице, выбираете эту редкую длину 35 сантиметров. Ну вот для крестных мам и пап под крестик это просто находка, а не длина. В магазине очень-очень сложно будет нечто подобное подобрать. Если же вы хотите себе сделать вот такой вот подарок, выбирайте стандартную длину 45 сантиметров. Это абсолютно универсальная цепь на любой случай жизни, потому что она будет сочетаться с любым кулоном, она будет сочетаться с абсолютно любым стилем. Допустим, вы хотите носить с открытым декольте, с платьем с глубоким вырезом, тогда я, конечно, рекомендую вам вариант цепи 50 и 55. Ну а для любителей крупных кулонов подойдет длина 60-65 сантиметров, ну а мужская версия это уже 70-сантиметровая цепочка. Посмотрите, пожалуйста, на то, что эту цепь абсолютно невозможно отличить от золотой, она действительно выглядит как истинное золото. Дело в том, что цепь у нас покрыта позолотой, здесь сразу два драгоценных металла, и вот такая доступная цена 999 рублей за самую короткую версию. Доставка будет бесплатной, если сумма заказа 3900 рублей. Обратите, пожалуйста, внимание, такая акция у нас действует целый день, так что вы можете сэкономить еще больше, чем можете себе представить. Здесь у нас замок карабин, классический, удобный, надежный. Кстати, очень хорошо сейчас видна проба и миник производителя. Украшение не просто нарезанное,
нарядное. Оно не просто хорошо выглядит, оно очень качественно исполнено. Это действительно качественная цепь, профессионально выполненная, которая будет служить вам очень и очень долго. Ну и тем, кому вы ее преподнесете. Замечательный подарок. Причем, заметьте, вес этой цепочки средний, в зависимости, конечно, от длины он меняется. Средний вес 6 граммов. Получается, что такая цепь в золоте будет стоить около 30 тысяч рублей. Наша цена в 30 раз меньше, а разницы при этом нет никакой. Современный метод покрытия золотом, золочения, очень-очень надежный метод, а это значит, что данное украшение будет носиться долго, оно гипоаллергенно, оно будет радовать вас своим изумительным блеском в течение многих десятилетий. Готовьтесь к праздникам, готовьтесь к 14 февраля, к 23 февраля, к 8 марта, ну и просто к началу нового весеннего сезона обновляйте свой ювелирный гардероб. Мы уже радовали вас специальным предложением в виде цепочки двойной ромб, либо двойная нона. Сегодня, в Международный день ювелира, мы решили сделать вам особый подарок и предлагаем вам цепь тройной ромбы по такой доступной цене у 999 рублей. Дело в том, что чем пышнее плетение, чем больше у нас звеньев находится на одном уровне, тем, конечно же, цепь дороже, потому что растет ее вес. И я обращаю внимание, что средний вес такой цепи порядка 6 граммов. И, конечно, в магазине в позолоте такая цепь будет значительно дороже. У нас ее стандартная цена в эфире 2299 рублей, а это значит, что сегодня скидка составляет 1300 рублей. Вот такая экономия. Это ваши реальные деньги, которые остаются в вашем кошельке, и вы уже решаете сами, куда их потратить. Тройной ромб. Что это вообще за плетение? В основе лежит действительно звено в виде ромбика. Присмотритесь. Тройное оно называется, потому что здесь у нас на одном уровне расположено сразу три звена, и отсюда такой объем, и отсюда еще больше блеск. Эта цепь очень хорошо смотрится каскадом. Этот тренд из прошлого года перекочевал уже в новый 2017, поэтому носите смело несколько цепей, сочетайте их с подвесками. Кстати, можно надеть, допустим, три цепочки, на одну повесить кулон, две другие оставить свободными, у вас получится ваше собственное ювелирное колье. Можно придумать такие модификации, которых просто ни у кого нет. Вы действительно с помощью этой цепи подчеркнете свою индивидуальность. Ну и, безусловно, цепочек не может быть много, как бы просто и банально это ни звучало, как бы привычно это ни звучало. Но вы вдумайтесь, много ли у вас цепочек, достаточно ли? Если вы приобретаете новую подвеску, у вас под нее уже есть цепь? Как это нет? Забирайте из эфира срочно наше специальное предложение «Цепь тройной ромб» по цене от 999 рублей. Представляете, здесь даже тысячи нет рублей. Это просто потрясающе. Потрясающее предложение. Пока все размеры от 35 до 70 сантиметров в наличии, но они могут закончиться очень быстро. У нас, кстати, так часто бывает, что само специальное предложение заканчивается быстрее, чем заканчивается срок действия акции. А цена актуальна только сегодня.